Шериф сегодня узнал потенциальных соперников в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне. Итак, в плей-офф желто-черные могут встретиться с победителем пары Карабах-Ференц-Вараш. В венгерском клубе, к слову, играет экс-футболист Шерифа Адама Трауре. Чемпиона Венгрии тренирует российский специалист Станислав Черчесов. Опыт игры с Карабахом есть. С чемпионом Азербайджана Шериф трижды встречался в Еврокубках в 2017, 2018 и 2020 годах. С представителями венгерского футбола наш чемпион еще не играл. Пока же все внимание к третьему раунду Лиги чемпионов. Для начала Шерифу нужно пройти чешскую Викторию. Первая битва проходит как раз в эти минуты в Кишиневе. Ответная встреча 9 августа на выезде. На кону путевка в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов.